Неприятие этой необходимой предосторожности поведет за собой последствия, несомненно, зловредные. Часто на сеансах духи ведут, по-видимому, религиозно-нравственную беседу с доверчивым спиритом. Но в их сообщениях всегда бывают те ядовитые вставки, которые в будущем вызовут у спирита новую мысль, сомнения и противохристианские выводы. Ввиду всего сказанного ясно, что каждое сообщение невидимого собеседника необходимо проверять выводами своего ума, голосом своего сердца и чистейшими верованиями своей души, живой и чувствующей, а не верить, безусловно, неизвестному духу, каким бы ангелом он ни объявлялся. Зачем ожидать и просить его указаний, когда в Святом Евангелии все мы имеем, указания простые, ясные, всем понятные, притом указания Сына Божия, Спасителя нашего Иисуса Христа. Суть спиритизма заключается в стремлении человека к нравственному самоусовершенствованию. Между тем, в настоящее время флагом спиритизма прикрывается не это нравственное стремление, а простое любопытство по страсти к чудесному. И спиритом называет себя каждый, кто занимается на сеансах один или вместе с другими, упражнениями со столом, с блюдечком или карандашом, получая сообщения и ожидая явления и материализации. Таким образом, нравственное начало и высокая цель спиритизма исчезли и заменились таким препровождением времени, которое можно бы назвать только пустым, если бы оно не вело к дурным, вредным последствиям, вроде убеждения о необходимости молений за Иуду, Каиафу и верование в перевоплощение человека и тому подобное. Допуская возможность общения живых с душами умерших, что не отвергается и нашей церковью, допуская даже, становясь на точку зрения спиритов, возможность участия умерших в сеансах, нельзя не допустить и возможности участия в них таковых умерших, например, развратников, грабителей и убийц, от которых и при их жизни следовало сторониться каждому порядочному человеку, как от верных служителей злу, а не добру и правде. Служа злу при жизни, эти люди и после смерти остаются в распоряжении злой воли, а потому ничему доброму и полезному научить не могут и не пожелают, участвуя в качестве незримых собеседников на сеансах с живыми. Булгаковский. Из загробного мира. Страница 5. Ввиду всего сказанного, каждому считающему себя спиритом, только вследствие своего доверия к откровениям, посредством стола верчения, хождения блюдечка или карандашных упражнений, необходимо выяснить себе, что одно участие в подобных сеансах не дает человеку возможности сделаться истинным спиритом, что если порядочный человек гнушается безнравственного общества живых, то по уважению к себе он должен гнушаться и безнравственных, незримых, умерших собеседников, что сообщение духов о перевоплощении человека противно учению Христа и категорически опровергается апостолом Павлом, который говорит, что человеком положено однажды умереть, а следовательно и однажды родиться. Евреям 9:27. «Одна каждому смерть стала быть одно и рождение», — говорит епископ Феофан. «Какой дух иначе будет проповедовать и обещать другое рождение и другую смерть? Тот антихристов». Митрополит Филарет в его отношениях к миру таинственных явлений. Насколько Филарет был строго последовательным в своих воззрениях на течение явлений в жизни и значение их последнего смысла и цели, проявлений и воздействий светлых или темных сил, можно видеть из того, что, кажется, для него не существовало ничего безразличного. Некоторые благосклонно говорят, что человек мало делает одним собою, но более или высшей помощью, или вмешательством преисподним, изобретать орудия, усиливающие убийство и гибель, или без нужды угождающие нетерпеливости и ненасытной корысти человеческой, конечно, не ангелы помогали.
Думают ли эти нынешние ежедневные изобретатели зол, если ввиду таких явлений и событий человек усматривал за ними нечто такое, что большинство пропускает без внимания, не делая из них дальнейших выводов? Тем более он останавливался мыслью на явлениях, выходящих из ряда обычных, и многими, хотя и замечаемых, и объясняемых, но опять как только явления необычные, без попыток уловить для себя, по крайней мере, их смысла. В эту темную атмосферу Филарет пытался проникнуть своим острым глазом, и тем более, что при случаях ее обнаружения и суждений об обнаруживающих себя силах, он наталкивался на один вопрос и так или иначе решал его для себя. По поводу известия о посещении одним умершим монахом своего живого родителя, он выразился: «Приятно усматривать случаи, где видимые и невидимые не чуждаются друг друга. Господь все сотворил единым». В другой раз, по случаю такового же видения из области света, он воскликнул: «Утешительное и прекрасное единство и союз Церкви Небесной и сущей на земли». Чтобы быть последовательным, ему следовало признать воздействие на людей не одних только светлых, добрых и темных злых сил, но и душ умерших. Это мы и встречаем в его письмах. Что душ умерших под проклятием и некоторые другие прирожаются иногда живущим и производят род беснования, сему встреченный вами пример не единственный. Мне известны три признака ее достоверности. Одну женщину беспокоил такой дух и наименовал свою мать, от которой он, кажется, лишил себя жизни и селения, где она живет. «Силою креста твоего сохрани нас, Господи». В начале 60-х годов у нас начал довольно сильно распространяться спиритизм. Митрополит должен был обратить на это явление свое внимание. Как же он относился к нему? Те же его письма к Антонию позволяют несколько ответить на этот вопрос. «Помнится, я говорил вам, — пишет он наместнику, — что ныне путем исследования природы заходит в область волшебства. Прочитайте пример всего фельетоне под заглавием о гадательных машинах. Мне приходит на мысль, не снестись ли с начальством, чтобы не учили народ суеверию. Но и то думаю, что гадательные книги много лет печатаются и продаются, и Святейший Синод не обращал на сие внимания». Но немного позднее он говорит уже несколько иначе: «Слышите, думаю, о ворожбе столами? В Петербурге, Париже и Москве столы говорят, что через них говорят умершие. Посылаю вам выписку из письма, которое мне случилось писать о сем в Петербург. Скажите мне, как это вам кажется? И годится ли, чтобы сделать сие известным для остережения могущих принять остережение?» На сих днях мне попалась французская книга, в которой пишется, что в Америке стологадатели считаются многими тысячами и соединены в общество, что столы проповедуют преобразование христианства и государства так, как мудрецы 1848 года. Выписку из письма о стологадании, думаю, напечатать и раздать священникам. Напечатать ли потом в ведомостях? Пусть рассуждают владыки ведомостей. Письмо о стологадании было напечатано в остережение, могущих принять остережение. И многие вразумились словом Филарета. Но нельзя не опасаться, думал митрополит, что люди, которые суть не чада послушания, не оставят следовать любопытству и страстям, и трудно угадать, куда пойдут. Сам же лично он, если и не следовал страстям и любопытству, интересовался стологаданием и сведениями о нем. Ему присылают французские книги с письмами о вызывании духов. Эти письма он внимательно читает и сообщает о содержании их наместнику. Писатель говорит, что он поверил возможности сего только по строгому личному исследованию. Рассказывает пример, что посредством стола один
за 12 лет умерший, просил отслужить за него 7 литургий. В заключении сей писатель говорит, что открывается для исследования новый океан, который имеет свои бури и бездны, и что кто впустится без компаса и управления и будет водиться любопытством и страстями, тот попадет в руки духов обмана и зла и погибнет. В следующем письме писатель обещает указать средства против обмана. Назвав выше фельетонную статью распространением суеверия, напечатав свою тетрадку о стологадании, он, однако же, собирает о нем всякие слухи. Приезжий из Петербурга рассказал мне следующее. Один русский, находящийся в Америке при консульстве, неверующий, увидел на доме надпись «Здесь можно говорить с умершими». И, вошед в дом, нашел старика с гадательным столом, который не писал, а отвечал стуком. Испытующий, устраняя обман, оставил стол в сторону и спрашивал. Получил ответы, спрашивая, что с ним говорит умерший его дядя, что он находится не в лучшем состоянии, в шестой степени воздуха, и что за него надо молиться. На вопрос, кто должен молиться? Вопрошающий произнес несколько имен и получил неясные ответы. А когда наименовал свою мать, стол трижды ударил ногой и вспрыгнул. С сего времени испытатель сделался верующим. Как вы о всем рассуждаете? Ни о чем относящемся к области таинственного не говорит так часто Филарет в своей переписке с Антонием, как о снах и видениях в полусонном и полубодрственном состоянии. Иногда это только краткие заметки, иногда же он довольно подробно описывает, особенно свои сны. Эти сны или рассматривались им как предостережение тем, кому они снились, или как благие знамения и вести из невидимой области о тех, которые снились. Иногда Филарет берет на себя слегка толкование самых снов. Видение примечательно. Поймет ли он, что значит долгий черный язык? Вероятно, ему сие положится на мысль. А если сего неприметно будет, я думаю, надо бы нападать ему мысль. Иногда же он желал найти толкователя своим снам в Антонии. Так, рассказав довольно подробно о своем сне и разговоре с умершим князем Голицыным, Филарет заканчивает письмо словами «Сей есть сон». А какое рассуждение его? Только ли мистицизмом в обычном значении этого слова, как известной степени недостатком, должно назвать такое отношение Филарета к различным явлениям в природе и человеке? Можно ли ставить ему в упрек, как это делали, мистицизм такого рода? Но если так судить, то мистикам нужно признать и того, кто сказал лучше других. Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слово их. Псалом 18. Нужно назвать мистиком того, кто всюду слышал глас Господень. И трезвым мыслителем того, кто затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Псалом 57:5-28. Но такое суждение едва ли будет верным, еще менее того христианским. Митрополит Филарет в его отношениях к миру таинственных явлений. Гильяров Платонов о спиритизме. Под этим заглавием в московской еженедельной газете «Русское дело» номер 1787 год помещена заимствованная из современных известий 1884 года горячая полемика по поводу спиритизма, в которой принимал участие и покойный их издатель Гильяров Платонов, всегда, как хорошо известно москвичам, интересовавшийся спиритическим вопросом и охотно дававший ему место на страницах своей газеты.
Полемику эту, как очень длинную, мы не перепечатываем, а приводим только конец частного письма покойного Никиты Петровича к одному из полемистов, помещенного в том же номере «Русского дела» с указанием, что оно нигде еще не было напечатано. Сущность спиритизма заключается в положении, что между тем миром и здешним возможно и бывает сообщение. Это есть основание, а далее идет разноголосица и толкование. Аллан Кардек, Оон, Вагнер, каждый придумывает свою теорию. Я, положим, имею свою догадку, хотя в ней не уверен, а тем менее согласен с Кардеком. Вопрос в том, есть ли, бывает ли сообщение. Несомненные факты спиритизма, которых бесчисленное множество, означают ли реальное вступление умерших или собственно наше потенцированное видение? Я себе ставлю так вопрос и, признаюсь, не берусь решать его. Покойный Владимир Иванович Даль получил откровение, назову так, от умершего Вышеславцева, в первый раз слышана им фамилия, с просьбой написать известного рода утешение здравствующему сыну такому-то, в таком-то селе. Ни то, ни другое не было Далю известно. Даль написал письмо к лицу, существование которого не был уверен, и в село, незнамо, действительно или мнимое, написал и получил ответ. Вот вам факт из ряда бесчисленных, мне лично известных. Факт фактом, а объяснение стройте какое угодно. Спиритизм и христианство. В известной христианской апологетике профессора Рождественского встречается, между прочим, следующий компетентный отзыв о современном спиритизме по отношению к христианству. В настоящее время к спиритизму примыкают многие естествоведы не только в Америке, но также и в Англии. Крукс, Де Морган, Уоллес, во Франции Фламарион, Бабинет, Линей и другие. В Германии Целлер, недавно умерший Вебер, у нас Бутлеров, Аксаков, Вагнер. Все они, по крайней мере, высказываются за реальность спиритических феноменов. Даже некоторые из новейших философов, именно Фихте, младший Фехнер и другие, открыто признали в некоторых явлениях спиритизма обнаружение высшего нематериального мира. Следуя апостольскому внушению, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они. Мы должны отличать в спиритическом воззрении то, что в нем есть прямо противного христианству, от того, в чем оно не противоречит последнему. Такова в спиритизме вера в бытие сверхчувственного мира вообще, возможность сверхъестественных явлений и в личное бессмертие человеческой души. Защищаете, дорогие, верования против общего врага всех учений и направлений, признающих самостоятельность духовного начала, и против врагов всякой положительной религии, особенно же христианской. Спиритизм до некоторой степени искупает перед христианством свои заблуждения и суеверия. В настоящее время число последователей спиритизма во всех странах мира насчитывается до 25 миллионов. Профессор Гилеров о спиритизме. Судьбу гипнотизма былых времен теперь разделяет с ним нередко связываемый спиритизм. Среди представителей науки к нему вообще отношение двоякое. Одни им беззаветно увлекаются, другие от него презрительно отворачиваются. Ни то, ни другое не может быть оправдано перед трезвым взглядом критики. Бесспорно, что спиритами в их сочинениях не поставлен вне сомнения ни один из тех фактов, на которые они ссылаются. И отчеты об их опытах часто служат скорее доказательством их своеобразного духовного настроения, чем действительности признаваемых ими явлений. Тем не менее, успокоиться над предвзятой уверенностью, что все в этих опытах самообман, было бы опрометчивым. Если спиритизм есть только следствие своеобразного духовного настроения,
то по своей глубине и распространенности заслуживает внимательного анализа самое это настроение, которое до сих пор еще не удалось как следует разложить на основные психологические элементы. Если же спиритизм не есть только самообман, и в основании его лежит какой-либо реальный факт, то этот факт напрашивается на изучение уже потому, что анализ его может обнаружить новые, еще неизведанные способности нашего организма, до сих пор лишь скользившие перед научным взором, но которые могут быть уловлены настойчивыми приемами экспериментальной методы. Самодовольство не свойственно вечно тревожному духу науки, неустанно жаждущему новых истин. Ссылайся, как делается, насмешливом апострофе по поводу современных оккультистов одной из философских светил на неизменные законы Вселенной Коперника, Галилея и Ньютона, Лейбница и Канта, которым будто бы учение оккультистов противоречит, значит запугивать авторитетами и забывать, что ни пределы собственного разумения, ни объем современного знания не служат пределом и объемом разумения и знания вообще. Кто может утверждать, что ему известны все мировые законы? Наше личное мнение о медиумизме вообще и в частности о спиритизме. Что касается нашего личного мнения как составителя этой книги относительно медиумических и в частности спиритических явлений, то мы к сказанному об этом в предисловии должны присовокупить следующее. Факты, приведенные в книге доктора Битнера «Верить или не верить», показывающие, что фотографическая пластинка закрепила действительно материализованные фигуры, и те предосторожности, которые были употреблены на медиумических сеансах, такими учеными, как Крукс, Аксаков, Бутлеров, Карл Дюпрель и другие, а равно многочисленные свидетельства частных медиумических кружков, где обман вовсе не имел места, заставляют нас признать, что действительно на медиумических сеансах могут образовываться материализованные фигуры, и что к явлениям этого рода нельзя относиться так скептически, как это делают многие отрицатели всего сверхъестественного из наших современников. Это мы утверждаем, несмотря на то, что нам известны опубликованные случаи обмана некоторых профессиональных медиумов, а равные все те недостатки наблюдений медиумических явлений, которые вполне основательно раскрыты доктором Лемоном в только что вышедшем труде его «История суеверий и волшебства». Но признавая полную реальность материализованных фигур, мы отнюдь не намерены думать, что эти фигуры нарушают законы природы, составляют чудо и образуются душами умерших людей, желающих войти через материализацию в сношение с живыми людьми. Нет. В статье доктора Битнера, стоящего на материалистической почве, с которой мы вообще не согласны, дано как бы в виде исключения довольно обстоятельное объяснение явления материализованных фигур. Они образуются наподобие двойников, их формируют из тонкой, взятой из организма медиума и участников сеанса, адической материи – дух человека, в частности, душа медиума. В этом мы видим высокое достоинство богоподобной души человеческой и доказательство ее господства над материей и вместе с тем ее духовности. А относительно столоверчения дает вполне рациональный ответ статья Дюпреля. Столы вертятся под влиянием адической материи, которая, конечно, заправляет дух живых людей. Духов, то есть душ умерших, опять не для чего допускать здесь. Их задача, без сомнения, более благородная, нежели верчение столов для получения часто неверных или ничтожных сообщений. Что в данном случае может быть иногда влияние злых сил для обольщения людей, как думает митрополит Филарет, профессор Рождественский и другие, этого отрицать нельзя. Но в большинстве случаев можно признать, что предсказания идут от духа человека. Ввиду этого на занятие столоверчением нужно смотреть как на опасное занятие,
дозволительное только для серьезных целей, а не для удовлетворения праздного любопытства. Протоиерей Григорий Дьяченко. Глава 22. Способность духа человеческого проявлять в своей природе и деятельности образ и подобие Божие. Разумность, память, духовность, предвидение, ясновидение и многие другие черты образа Божия в человеке уже были рассмотрены. Образ и подобие Божие в человеке. Самое важное преимущество человека в ряду прочих созданий Божьих состоит в том, что Творец благоволил украсить его своим образом и подобием. И сказал Бог, повествует священный бытописатель, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». И сотворил Бог человека по образу Божию, сотворил его мужа и жену, сотворил их. В чем же в нас состоит образ Божий? Церковное учение отвечает на подобный вопрос святой Епифаний, верует, что человек вообще сотворен по образу Божию, но в какой именно части его существа находится образ Божий, не определяет. Потому-то сами отцы и учители церкви решали предложенный вопрос не одинаково, хотя мнения и мысли их и не исключают одна другой, ибо каждый из них касается только разных сторон одного и того же предмета. Напротив, если свести эти мысли и вместе и расположить при свете правильного понятия о Боге, как о нашем первообразе, то со всей полнотой определиться, что мы должны почитать в себе за образ Божий. Первое. Бог по природе своей чистейший дух, не облеченный никаким телом и не причастный никакой вещественности. Следовательно, и образ Божий надобно полагать не в теле человека, а в его невещественной душе. Второе. Бог как дух имеет и существенные свойства духа, ум, свободу, и по самой природе своей бессмертен. Потому, в частности, можно полагать образ Божий в уме человека, в его свободной воле, в неразрушимости и в бессмертии души. Третье. Бог по отношению ко всем другим существам есть их Господь, Царь и Владыка. Поэтому можем сказать, что образ Божий состоит и в дарованной человеку притворении царственной власти и владычести над всеми земнородными, тем более, что такая мысль согласна с ходом слов самого Создателя, который лишь только изрек «сотворим человека по образу нашему, по подобию», непосредственно присовокупил, и да обладает рыбами морскими и птицами небесными, и зверями, и скотами, и всей землею, и всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Но очевидно, что владычество человека над земнородными есть только следствие и внешнее выражение образа Божия, находящегося в самой душе человека, в разуме, в ее свободе, которое они дают нам полное преимущество перед всеми животными неразумными. Следовательно, можно сказать, что ни в какой-либо одной части или силе, или способности, но во всем человеке более или менее отражается образ Божий, Бог. Есть ли различие между образом и подобием Божьим в человеке или нет? Наибольшая часть отцов и учителей церкви отвечала, что есть, и говорили именно, что образ Божий находится в самой природе нашей души, в ее разуме, в ее свободе, а подобие в надлежащем развитии и усовершенствовании этих сил человеком, в совершенстве его разума и свободной воли, или того и другого вместе, к добродетели, к святости, в стяжании даров Святого Духа. Следовательно, образ Божий, получаемый от Бога вместе с бытием, а подобие должны приобретать сами, получивши к этому от Бога только возможность. Это мнение о различии между образом и подобием Божиим в человеке имеет основание и в Священном Писании. Так, изображая совет трипостасного о сотворении человека, Моисей свидетельствует,
«И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию». А говоря вслед за тем о самом сотворении, выражается «И сотворил Бог человека по образу Божию сотворил его». Почему же, спрашивает святой Григорий Ниский, не сделано того, что было в намерении? Почему не сказано «сотворил Бог человека по образу Божию и по подобию Божию»? Обессилил Творец, но так говорить нечестиво. Переменил намерение совещавшийся, но нечестиво так и подумать. Нет, ни Писание не говорит этого, ни Создатель не обессилил, ни намерение не оставалось неисполненным. Какая же причина умолчания? «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». Первое мы читаем по сотворению, а последнее мы сами совершаем по произволению. Быть по образу Божию свойственно нам по первому нашему сотворению, но сделаться по подобию Божию зависит от нашей воли. И это зависящее от нашей воли существует в нас только в возможности. Приобретается же нами на самом деле посредством нашей деятельности. Если бы Господь, намереваясь сотворить нас, не сказал предварительно «сотворим» и «по подобию», и если бы не даровал нам возможности быть по подобию, то мы собственной силой не могли бы быть по подобию Божию. Теперь же мы в сотворении получили возможность быть подобными Богу. Но дав нам эту возможность, Бог нам самим предоставил быть деятелями нашего подобия с Богом, чтобы удостоить нас приятной награды за деятельность, чтобы мы не были подобны изображениям бездушным, делаемым живописцами. В некоторых местах Священного Писания предполагается, что образ Божий есть и в падшем человеке, каково, например, изречение Бога к Ною после потопа. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Бытие 9.6. А между тем заповедует христианам отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4.22. Что же это значит, если не то, что в первом случае разумеется собственно образ Божий, положенный в самой нашей природе, не отдельный от нее, подобно ей, неизменный, а в последнем разумеется только подобие Божие или уподобление Богу, зависящее от нашей воли, которое, следовательно, мы можем приобретать, но можем и терять через свои грехопадения. Образ Божий, говорит святой Дмитрий Ростовский, есть и в неверного человека душе. Подобие же только в христианине добродетельном. И когда согрешает смертно христианин, тогда подобие только лишается Божие, а не образа. И если в муку вечную осудится, образ Божий тот же в нем вовеки, подобие же быть не может. В самом моем сотворении, рассуждает святой Григорий Ниский, я получил по образу, а по произволению бываю по подобию. Одно дано, а другое оставлено недовершенным, дабы ты, усовершив сам себя, соделался достойным мздовоздаяния от Бога. Как же мы делаемся по подобию? Через Евангелие. Что есть христианство? Уподобление Богу, сколько то возможно для природы человеческой. Если ты решился быть христианином, то старайся сделаться подобным Богу, облечься во Христа. Учение об образе Божьем в человеке Филарета, митрополита Московского. Об образе Божьем в человеке митрополит Филарет изложил весьма обстоятельные учения в своих проповедях. Для уразумения того, в чем состоит образ Божий, прибегнем к сравнению сотворенного по образу с первообразным. Понятие о Боге первообразе нам уже известно.
Поэтому при сравнении с ним, созданного по образу Божию, следует обратить внимание на последнего. Так как Бог бестелесен, следственно, человек сотворен по образу Божию в душе. Образа Божия прежде всего можно искать в существе человеческой души, духовном и бессмертном. Действительно, душа – невидимая тонкая сила, чужда материальности, она – существо духовное и бессмертное. Тогда как тело само изъясняет свою смертность, по елику, очевидно, на части делится и разрушается. Душа не только не показывает в себе никаких признаков делимости и разрушимости, но является совершенно противоположной этому свойству, способности рассуждения, которое разделенное понятие о вещах представляет в нераздельном и неслиянном единстве, никак не совместном с свойствами делимого вещества. Тогда как тело еще в продолжении жизни умирает, и, конечно, несколько раз по частям, ежедневно отделяет себе часть своего вещества мертвую, душа во все продолжение жизни чувствует в себе одно постоянное бытие. Тело участвует в жизни как бы поневоле, будучи приводимо в движение силой души, и всегда более или менее тяготя ее своей леностью. Душа и в то время, когда деятельность тела воспрещается сном или болезнью, продолжает свою независимую от тела жизнь и деятельность. Но духовность и бессмертие души – черты слишком общие, потому образа Божия ищут далее в силах или способностях души. Действительно, в человеке есть ум, без которого не существовали бы для него ни истина, ни мудрость. Первый человек особенно обнаружил свой ум в наречении имен животного. Наречение имен предполагает в человеке дар слова. Первоначальный язык существовал прежде сотворения жены, не требуя много времени и труда для своего составления и образования, подобно как дарование языков апостолам.